Привет, меня зовут Леся, и это мой второй месяц занятий с Еленой Борисовной по технике речи и риторики. Я обратилась, потому что я начала снимать видео, и мне бы хотелось заниматься видеоблогерской деятельностью. Когда я записывала свое видео, я поняла, что у меня ужасная каша во рту. За 2 месяца я научилась более-менее хорошо разговаривать, скажем так, очень хорошо разговаривать. У меня в языке появилась буква А и буква Г. Это для меня большое достижение, потому что и русский не мой родной язык. Потом я научилась правильному дыханию. Моего дыхания хватает на все, на полноценное предложение, на абзац, на строчку в тексте, так что я уже больше не заговариваюсь. Могу сказать, что у меня прорезался нормальный голос. И я думаю, что я даже перестала бояться камеры. Если раньше меня бросало в холодный пот, теперь я очень даже неплохо говорю.